Так, взагалі можна вже починати наставлено сам. І що Тоня учасниця ритмів спротиву? Київських. І недавно закінчила школу. Школу вовлеченого искусства, що делать? Да, давай на цій ноті ти вже сама представи і за про себе, і про Машу. Ну, про себе Аня, в принципі, сказала про мене вже багато, не буду вдаватися там ще в подробиці. Ну, окрім цього, ще можу додати, що я співзасновниця швейного кооперативу в Санкт-Петербурзі і авторка гри, настільної гри «Швейний кооператив», от, ну, про яку ми, власне, сьогодні будемо презентувати. Ну, а Маша вже про себе детальніше сама розкаже. Ще раз. Ну, да. І почне презентацію. Да. Я Маша, ще раз повторяю, що теж учасниця швейного кооператива, поэтому я здесь. Я всегда представляю, что я танцовщица, потому что это для меня как бы очень важно. Ну, последние годы представляю, что я художница. Также я закончила факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета по направлению куратор и критик современного искусства. И вот в этом году закончила тоже школу вовлеченного искусства, так, группа «Что делать?». Ну, где мы, в принципе, познакомились с Тоней, и вот случился вот этот проект. Вот, а остальное будет как бы пояснено в презентации, наверное, да? Да. Начинаем. Так что, да. У нас ты туда пойдешь, чтобы я На свете напишешь. А зачем? Ну, давай попробуем. Давайте на видео світло вимкнемо. У нас просто хочеться починати. Все, пошло. Пока ты периодически перемещайся, вот иди сюда, мы не жертву принесли наши авиалопые машины. Это торжественное открытие наших новоприобретенных машин, которые вот так, и швейные машины. Чому воно десь? Ту-ту-ту-ту. Хорошая реклама, Марки Жаноме. Нет, она рисовала.
пол на лицо. А это на один подруг, да. А это на один на подруг. Что написано или нарисовала? Написано. Написано. Нарисовала надпись. Подруга, что подруга нарисовала? А, я понял. Мастерила, все. Какое-то еще последнее тут будет пафосное слово. Давай не покажем тебе. А там вот это. Нет. Больше всех страдала от репрессий на антифа. Нет, а это. Ну, разыграйте на антифа. А что как на антифа? Ну, антифа. А что? Антифа. Как ложится с бумагами? Включите свет, пожалуйста. Я не понимаю, просто что это. Маша, а можешь так немножко ближе стать? На метр. Угу. Ага, да. Как убрать этот пока... вид сортировка? Пока слайдер. Нажми кнопочку. Ну вот видишь ли вот это вот, куда его убрать? Что это такое? Я не знаю. Минить одномерный. Наш Лена кооператив был создан в конце мая. И это выпускной проект у учениц школы вовлеченного искусства, а также группы «Что делать?». И поэтому для выставки на УВ мы долго шли, то есть еще за три блока до окончания, примерно за три месяца до лета, нам дали задание придумать проект мечты. Вот, то есть как бы какой бы сложный ни был проект, презентовать его. И Тоня тогда еще предложила швейный кооператив. Вот, а в дальнейшем мы все больше и больше обсуждали, и нашлись люди, которым стало это настолько интересно, что сказали, что мы будем участвовать. И в рамках школьного проекта для выставки мы объединились. Нас было больше, нас было человек 6-7, да? Если не больше. Да. Если не больше, да. То есть были люди, которые, ну, которые по мере своей возможности приходили, участвовали, шили или как-то иначе участвовали. Вот. И вот 4 дня мы работали, а на открытие выставки мы представили такой швейный уголок кооператива, презентовали нашу коллекцию платьев для спектакль «Налоги вагины» и сделали такое антидефиле, перформанс в этих платьях. Вот. И что это за платье и зачем это, наверное, чуть дальше будет сказано. Просто вот это было сделано в рамках именно этой выставки. И почему такой проект? Тоже очень важно сказать, что проект изначально для этой выставки должен был быть коллективным и самоорганизованным. То есть это совершенно наша инициатива, что-либо создать в маленьком коллективе или в большом коллективе. А на данный же момент в нашем швейном кооперативе 4 участницы. Это Аня Терешкина, Тоня Мельник, я, Маша Лукьянова и Надя Полянина.
года, кого-то год, дружба, высокая степень доверия, наличие опыта совместной работы – это, конечно, такие плюсы. Но из этого же есть определенный минус того, что у нас перед нами уже вставал вопрос, как же нам привлекать новых участников, участниц для нашего проекта. И, может быть, если будут какие-то вопросы, мы в дальнейшем как-то более сложно это расскажем. Переключаем. Работаем в помещении? Помещение. Да, в данный момент, ну, после выставки все лето и в данный момент мы работаем в помещении ДК «Розы». Это дружественный нам проект, культурный проект «Арбуха, что делать?», ну, который нам совершенно бесплатно предоставляет возможность у них работать. Ну, помимо нас, в ДК «Розы», я вот вставлю, да, происходит очень много мероприятий, там всякие выставки. Школа молодого анархиста, если я не ошибаюсь, кружки, занятия, то есть очень много инициатив. Просто мы самый такой регулярный инициативный проект этого ДК, вот, и как бы, то есть они нам помогают, мы им. Да, но там еще есть активистская библиотека, библиотека по левому современному искусству, то есть там очень много инициатив, ну и в том числе. Вот. И когда мы создавали наш кооператив в рамках учебного процесса и выставочного процесса, мы попытались это как-то очень серьезно, критически сформулировать и написали вот такой умный текст складный. Для нас важен не только результат нашей деятельности в виде готовой продукции, но и процесс создания кооператива, возможность исследования проблем, с которыми он столкнется. Взаимоотношения внутри коллектива, его построение, динамика власти внутри него, выработка механизмов для принятия коллективных решений, поддержка, ответственность среди участников, участниц. Каким образом действительно достичь горизонтальности в коллективе, не допустить появления стихийных лидеров? Второй вопрос – это внешние угрозы, существование кооператива, в первую очередь связаны с капиталистической системой, пытающейся уничтожить все, что как-то не вписывается в ее логику. В связи с политической ситуацией в России кооперативы сталкиваются не только с собственными специфическими проблемами, но и получают нагрузку и издержки, связанные с любой частной предпринимательской деятельностью. Каким образом сделать кооператив жизнеспособным и конкурентоспособным в современной политической и экономической системе? Таким вопросом мы задались. Третий пункт – это способность кооперативов преображать мир, поддержка других протестных или низовых инициатив, взаимопомощь между коллективами, возможность с помощью кооператив изменять культуру производства и потребления. Вот. И это такой визуальный материал, как все выглядело в первые дни работы кооператива, то есть процесс. Стена на выставке, представленная коллекция из 15 платьев для спектакля «Монологи Вагины» и такой антидефиле-перформанс на открытии выставки. На улице мы его сделали. В дальнейшем, спустя где-то, наверное, полмесяца, поступил первый заказ, и мы стали, в какой-то степени нам пришлось пересмотреть, что же для нас кооператив, и как-то более-менее сузить. И мы написали вот такой тоже текст на наших публичных страницах в Фейсбуке и ВКонтакте, который конкретизирует, чем же мы занимаемся в данный момент и куда хотим развиваться. Мы не хотим заниматься отчужденным трудом, не хотим никому подчиняться, равно как не хотим никого эксплуатировать. Поэтому наш коллектив работает по принципу горизонтальной структуры, сообщества, где решения принимаются всеми участницами и участниками, совместно, работа и заработок делятся поровну или в соответствии со сделанной работой. Здесь нет более или менее важных ролей. Каждый человек одинаково важен для дела, если он, она заинтересованы в процессе. Мы не ставим себе за цель работать ради придаточной прибыли и развития предприятия в капиталистическом понимании этой фразы. Но нам достаточно такого заработка, чтобы обеспечить себе жизнь без роскоши, но и без голода.
Таким вот кооперативным образом мы создали мастерскую по производству повседневной, театральной и концептуальной одежды, декорации и атрибутики для спектаклей, перформансов и акций, в том числе политических. Чтобы поддержать движение за снижение уровня потребления, мы практикуем ресайклинг одежды, поэтому выполняем заказы на ремонт, декор и концептуальную переделку старых вещей. Также проводим мастер-классы для всех желающих научиться шить, ремонтировать или декорировать одежду. Наша политическая позиция состоит в том, что мы поддерживаем и стремимся воплотить на практике низовую самоорганизацию, создание равноправных сообществ, акции и проекты против гомофобии, сексизма и дискриминации любых мастей. И на данный момент мы исполнили несколько заказов именно коммерческого плана, потому что изначально этот проект все же социально-экономический, и для нас это очень важно. И да, мы вынуждены работать в той системе, которая сейчас существует в мире, хотя она, может, нам не нравится, но мы как-то встраиваемся. И поэтому для нас действительно все-таки важно зарабатывать и получать деньги за свою работу. И на эти деньги развивать производство, делать собственные проекты и иметь такую возможность. И исполненные заказы на данный момент это в июне, в августе мы шили декорации. Это было выглядело как баннеры для форума про образование. Назывался он Creative Times Summit в рамках Венецианской биеннале. Прямым нашим заказчиком была группа «Что делать?», а им заказал американский фонд. Вот. Эскизы художника Николая Олейникова. В общей сложности мы это выполняли 1.5 месяца, и было задействовано 5 человек. Не всегда 5 человек работало, работало по 3, по 4, и весь процесс работы у нас был разделен на 3 блока. Так логически у нас вышло, чтобы потом суметь разделить полученные доходы. В сентябре мы выполнили заказ от художницы Глюкли Натальи Киманской-Першиной. Это был заказ концептуальные костюмы и объекты для перформанса «Сад длительных одежд» в рамках проекта «Критическая масса». И на тот момент не все участницы кооператива были в городе, то есть несколько просто уезжали отдыхать, и поэтому этот заказ мы делали вдвоем с Тоней за 6 дней, и там было очень много сложностей, но, наверное, сейчас не буду об этом рассказывать. Мы его сделали. Мы его сделали, и история, как мы это выполняли, есть в Фейсбуке. В те же дни мы сделали такой личный заказ этой же художницы, это ресайклинг платья в плащ по ее авторской задумке, и тоже сделали это в кратчайшие сроки за 2 дня. Вот. И после этого я просто выделила вопрос, он перед нами постоянно встает, насколько, как оценивать свою работу, когда это работа не только швеи, но все-таки еще какие-то концептуальные задумки ты делаешь. Насколько ты, какие цены выставлять, когда эта работа не похожа на ту работу, которую делают в ателье. То есть как-то можно соотноситься с ценами ателье, там, с ценами швей, но при этом есть еще какие-то специфики именно художественного сообщества, если это заказ от художественного сообщества. Вот, и это у нас большое... Еще плюс как бы учитывать, то есть когда ты делаешь работу своим или людям из тусовки, или, ну вот, как бы это тоже очень, ну, такой серьезный вопрос, потому что если ты называешь себя художественно-активистским проектом, все сразу думают, что ты работаешь за бесплатно, вот, а как бы, ну, у нас это все-таки социально-экономический проект, но он же и есть же художественно-активистский, поэтому мы не работаем за бесплатно, как бы, мы не можем просто это себе позволить, потому что иначе мы не сможем себя прокормить, и наша идея, она не будет работать, как бы. Нет, мы работаем за бесплатно в определенных условиях, в определенных ситуациях. Но каких-то мы не можем себе позволить.
Да, и можешь переключать. Это просто визуальный материал с нашей работы. Это вот выполнение заказа для Creative Times Summit. Процесс работы. Это было действительно очень увлекательно, сложно. Мы работали там по 8-12 часов. Переключай. Mm-hmm. Вот. Очень хорошо все-таки я настроила цвета. Это то, как это выглядело в Венеции, в зале, в здании Арсенала. Mm-hmm. Вот. Да, все это полотно. Ну, надо сказать, что фонду очень понравилось, и организаторам Венеции тоже очень понравилось, и на данный момент нам хотят заказать еще как минимум два полотна, и еще там будет. Mm-hmm. А может, ты могла бы кратко рассказать, что за идея вот этих декораций? Mm-hmm. Нет, ну и саммита, и да. Ну, то есть и ваша идея, в чем mm-hmm. заключалась ваша как бы концептуальная? Ну, здесь мы больше выступали как просто исполнители. Mm-hmm. Мы были именно исполнителями заказа в материальном виде. Коля Олейников выступал как автор эскизов. То есть это были его авторские эскизы, ну, доработанные там. Они вместе с Димой Веленским это делали, но в основном Коля. И он приходил, мы ему помогали, там, он набрасывал эскиз, мы помогали там, с тканями вырезать, он лепил тут же аппликации, и мы тут же все это скалывали, приметывали. Ну, то есть как бы у нас была больше исполнительская работа в данный момент. А что за мероприятие Creative Times Summit? Это был форум по образованию, причем образованию такому нестандартному, либертарному, альтернативному, да. И группа «Что делать?» там участвовала как тоже группа художников, которые интересны тема образования, которые тоже имеют проекты в сфере образования, в том числе в школу ученого искусства. То есть, ну, это нестандартный образовательный проект. Вот, это примеры того, что мы сделали для художества в духе, для перформанса сабвительных одежд. Это был единорог. Есть прекрасные танцевальные видео в исполнении Тони на Фейсбуке. Объект растения сыр, связанный с тем, что в России запрещен экспорт вкусных сыров из Европы. Вот. И концептуальная переделка платья в плащ. Вот, там, с дизайном пуговиц из ткани, перескочкой белой нитки на черную, ну, то есть достаточно много работы. Mm-hmm. Да. Но надо сказать, что выполняя все это как бы внешние заказы, очень интересные процессы происходят внутри коллектива. И, может быть, для нас это даже более интересный процесс, ну, как бы говорящий о том, насколько мы работаем в том направлении, в котором мы изначально хотели. Именно горизонтальность. Mm. Вот, и у нас вырабатывается какая-то система отношений, это принятие решений консенсусом, учет рабочего времени в журнал, потому что как бы мы не были друзьями, как бы мы не доверяли друг другу, но просто человеческие способности памяти не позволяют тебе знать, когда ты что-то делал. Вот, профессиональное распределение доходов, когда мы столкнулись с моментом, когда нам нужно было поделить заработанные деньги. Это тоже был очень важный момент, выработать систему, договориться, что эта система всех устраивает, и поделить. У нас сформировалась система общака. Общак – это дополнительная часть, которая равна части участника. То есть как бы да, каждой участнице. Каждой участнице. То есть, да. То есть, если у нас есть сумма, то мы эту сумму делим на количество участниц, которые исполняют заказ, плюс такая же участница, но это общак. Общак, да. Вот. И общак мы тратим, вот мы потратили на покупку швейной машинки для бокала. Летом, когда мы много работали и почти каждый день работали, мы часть денег выделяли на совместные обеды, которые мы тут же сами готовили. Также часть денег уходила на покупку тканей, нитей, когда мы создавали коллекцию Queer Femme юбок и обосик.
Вот. И это обязательно, ну, как бы, очень полезная и нужная вещь в нашем коллективе, потому что, чтобы двигаться дальше, нам нужны какие-то средства. А им проблемы мы столкнулись в нашем коллективе. Не все из нас, далеко не все, профессиональные швеи. То есть Тоня профессиональный, Наталья швея. Мы же, другие участницы, имеют разную степень подготовки в швейном мастерстве. У кого-то хорошие были учителя в школе, у кого-то не очень, и разные опыты. Но при этом никто не считает, что это большая сложность. Все мы учимся в процессе производства, учимся на ходе мастер-классов, которые мы проводим еженедельно для себя, для друзей, для всех, кто внешне может пойти и заинтересоваться этим. Вот, поэтому мы позитивно смотрим. И вот также я выделила момент учет рабочих дней или часов. Это тоже вопрос, который вставал в процессе учета нашей работы, учета работы каждой участницы и в дальнейшем распределения дохода. Вот, и на сегодняшний день это тоже гибкий подход в зависимости от объема заказа, персональной возможности участвовать в работе. И надо понимать, что каждая из нас все-таки имеет еще другую часть жизни, которую она может тратить на художественные проекты, на артистические проекты, другую работу. И также я здесь выделила в жизни, внутренней жизни нашего коллектива процесс самообразования, которым мы активно занимались все лето и осень. Вне этого от производства мы читали, слушали лекции, статьи, книги. И тем, которые нас интересовали на тот момент, это была экономика, анархизм, феминизм. То есть мы слушали, мы пытались слушать «Капитала» Маркса. Честно скажем, что очень много прослушали и не дослушали буквально 2 часа, но не смогли. Мы хотим вернуться к этому. Вот. Но очень, и читали всякие, много было статей, связанных с феминизмом. Почему-то первое, что попадалось. Вот. И надо сказать, что процесс работы швеей вполне сочетается с вот этими практиками самообразования. То есть если нас много, мы можем выделить одного человека, который будет читать. Если нас меньше, то мы ставим лекцию, и когда у тебя занята голова умными мыслями, ты, в принципе, намного легче воспринимаешь монотонную какую-то ручную работу. Вот. И мы практиковали совместный досуг, прям как в книге Чернышевского «Что делать?». Давай, из лобки. А, лучше из этого, да? А, да, давай из папочки. Угу. Вот. Собственно, чтение. Соединение экономики торговли людьми и секс-работы и само представление о секс-работе как о чистом причислении часто не соответствует действительности, утверждает Джулия Гарофалу. Исследовательница утверждает, что на практике спасение жертв торговли людьми оборачивается антииммиграционной политикой. Более того, большинство спасенных жертв торговли людьми не только отказываются идентифицировать своих эксплуататоров, но после репатриации стараются снова попасть в страны Западной Европы, откуда их депортировали. Часто даже после опыта абьюза и насилия. Но тот факт, что они уже однажды были идентифицированы как жертвы торговли людьми и живут в одной из стран поставщиков, заметно усложняет процесс получения визы. Как подмечает Мелисса Дитмор-Холл, активистки и борцы за права секс-работниц продолжают борьбу, потому что нам еще есть куда стремиться в вопросе улучшения условий жизни и работы секс-работниц всего мира. Подобный активизм очень необходим. Секс-работницы особенно часто сталкиваются с насилием и дискриминацией, что в свою очередь отражается на их социальной и политической образовании, профессиональной возможности, качестве жизни и здоровья. Некоторые ошибочно предполагают, что защитница прав секс-работниц
книги лишние где-то на стороне. Мы готовили, Оля когда появлялся, тоже готовила, активно принимала участие. И фотографии с совместного досуга, когда мы ездили за черникой под Питер и устраивали пикник. Да, вторая линия, которую мы уже озвучивали, которая для нас важна, то, что шлемы – это художественно-активистский проект. Мы создаем собственные коллекции концептуальной одежды, аксессуаров, оказываем взаимопомощь дружественным, низовым и или горизонтальным инициативам, художественному сообществу, организуем мероприятия образовательного характера на темы кооперации, рестайлинг, феминизм, принимаем участие в протестных акциях. И на данный момент, что нами сделано в этом направлении, мы как раз вот создали эту коллекцию платьев, 15 штук, для спектакля «Налоги Вагины». Это вот самый первый наш был заказ. Чуть больше самого спектакля, это благотворительная постановка в рамках международной программы «Red Day». Инициаторка в Петербурге – это Анастасия Ходорева, режиссеркой выступила Соня Акимова. Вот. Часть участниц швейного кооператива были же и актрисами этой постановки. Мне кажется, важно, стоит еще сказать о том, что это V-Day, это такая международная благотворительная программа, которая собирает деньги в поддержку женщин, которые там пострадали от насилия, например, либо женщин-беженок, либо этих вымышленных переселенцев. То есть, вот как-то так конкретизировать. В Питере они собирали на кризисный центр для женщин. То есть это еще зависит от локального вопроса, да. В Украине тоже в Киеве проходили постановки. Они проходили и в Москве, да. И в принципе все могут, люди, которым это нужно, они могут подать заявку, написать их answer и сделать эти благотворительные постановки. Получить права на именно благотворительные постановки. Далее мы пошили что-то для ДК «Розы», для того пространства, в котором мы работали. Слушай, может, я буду показывать сразу фотографию? Давай. Если что, я верну тебе, чтобы ты знала. Ну, да. Вот, собственно, платье. Собственно, платье, да. Немножко все-таки не затянуло цвета, к сожалению. Да, и платье черное с красными карманами, которые находятся в разных местах, в котором хотела, чтобы находилась, в котором актриса сама говорила, в каком месте она хочет карман иметь. Вот, и кармашки такого яркого красного цвета, и мы в процессе спектакля с ними игрались, засовывали, высовывали, и такие исполняли такую бутафорскую, да, функцию. Вот. И дизайн платьев определялся тоже с актрисой, Тони и с режиссеркой. То есть как бы это совместный был процесс. Ну я как конструктор, да. А концептуально. Ну ты же спрашивала каждую девушку, что бы она хотела. Ну да. Вот. То есть это был такой совместный процесс. Не когда что-то от одного человека идет. Давай дальше. Угу. Вот, это что бы для ДК «Розы». Это было три занавески, на которых было написано «Свобода, равенство и солидарность». Вот, мы их сделали аккурат к открытию ДК «Розы» 19 сентября, а 23 сентября ДК «Розы» закрыли. Ну, это такая тоже история целая. Давай дальше. Все лето и осенью мы проводили воркшопы по ресайклингу одежды и учили людей, вовлекали процесс, как можно себе пришить карман, что-то укоротить, подкоротить, ушить, расшить. И последние воркшопы мы делали на тему феминистской юбки, потому что тогда же создавали коллекцию «Квир-фем юбок», и люди присоединялись и шили себе вот юбку своей мечты. Это наш такой активистский опыт. Хендмейд. Активистский хендмейд. Да.
летом Надя как-то пришла и сказала, рассказала нам про бедных медиков в Новосельском острове, сокращая скорую помощь, люди ждут скорую помощь по 5 часов, и что вот будет митинг, и мы решили, что надо в этом поучаствовать. Мало того, что мы работаем на этом острове, и мало ли там нам придется ждать 5 часов скорой помощи. Ну и как бы при солидарность с врачами мы сделали такой баннер. Про солидарность, и в нее капельница проведена. Вот. Осенью у нас случилась история в городе, когда был сбит памятник Мефистофеля на здании эпохи модерна. И это подняло очередную волну людозащитной темы в Петербурге, и был устроен такой митинг, в котором мы тоже решили поучаствовать. Наверное, стоит конкретизировать, что памятник сбили активисты какой-то радикальной радикальной православной организации, потому что напротив этого здания строили церковь, и как бы им не понравилось, что напротив церкви будет Мефистофель. Да, хотя там очень милый Мефистофель. Ну, они просто зашли туда наверх и сбили. И более того, история в том, что этим людям дали штраф 1000 рублей, минималка нашего штрафа, когда людям за более невинные проекты дают 3 года лишения свободы в нашей стране. Вот этим дали всего лишь штраф 1000 рублей, а деньги решили брать из архитектурного управления. Там миллионы. Вот. И поэтому был защитный митинг, на котором поднималась эта тема. Но тема, кстати, вот вандализма, связанного с и претензий православной церкви на историческое наследие Санкт-Петербурга, эта тема далеко не во всех выступлениях звучала, по-моему, в 2 она звучала. Вот, но мы решили подчеркнуть именно вот эту тему, как близкую нам, как что православные активисты позволяют себе приходить на выставки современного искусства, портить произведения искусства, яростно высказываться, ну и как бы это очень давняя история для России. Вот. И баннер создан для Марша мира, но Марш мира в этом году не согласовали. Поэтому именно в проходе он не участвовал, но мы решили, что раз мы его шили, он такой красивый, то надо его повесить вместе с Бора. Вот и сделали. Концептуальные обоски, к сожалению, представлены не все, потому что к моменту съемок уже 2 или 3 купили. Вот. Это обоська с фреймтом, созданным художницей Анной Терешкиной. Солидарность не считает привилегий. На другой стороне перевод на русский язык. Внизу обоська Нади Калябиной. В интернете ее позвали все люди-сестры. И Тони на обоське. Внешний минимализм раскрывается внутренним карманом для бутылки вина. Не только бутылки вина. Ну, чего угодно, но в первую очередь. Рулон бумаги, палочки барабанные, баллон граффити. Да. Очень удобный. Термос, фляга. Очень много туда можно чего положить. Что сразу бутылки? Вот. И наша коллекция Кирхен Юбок. К сожалению, в рамках экономии я всего лишь по одной фотографии сюда включила. В интернете есть намного больше. Вот. И в интернете написаны все задумки, все хитрости этих чудесных юбочек. Я это не буду рассказывать. Вот. Вернемся к кооперативу. Надо сказать, что мы как бы... С одной стороны, мы очень рады, что у нас получился такой проект, которым мы во многом довольны, но мы понимаем, что есть очень много сложностей. И как бы они нам очевидны. То есть существование нашего проекта внешние, это экономические, что наш проект не способен
выкроить на рынке дешевой, низкокачественной продукции, которые люди привыкли потреблять, вот, просто одеваться, чтобы просто одеться. Мы также не являемся никаким брендом и не хотим им быть. То, что на данный момент в России мы работаем вне правового поля, и это определенная трудность, и пока мы не столь известны, это, видимо, нормально, но если что-то, на нас могут быть какие-то... Ну, вопросы там с налоговой... Вопросы с налоговой, ну да, вот все эти вот структуры заинтересуются. Вот, причина, вот я пыталась сформулировать причину, это, с одной стороны, у нас есть статья про кооперативы в трудовом кодексе, но я не могу сказать, что я хорошо ее знаю, несмотря на свое там, первое образование госслужбы. Там есть определенные позиции, которые дают привилегии, но сейчас привилегии у частных предпринимателей в России с каждым годом все меньше и меньше. И когда ты вступаешь в вот это поле такого честного общения с государством, это очень тяжело. То есть надо иметь определенную материальную базу, чтобы это выдержать, особенно первые годы существования проекта, когда это не раскручено. Поэтому пока что мы не вступаем, хотя в дальнейшем я, как пойдет, я планирую узнать для того, чтобы быть более защищенной. Также у нас существуют арендные риски, с которыми мы уже столкнулись. Если снимать отдельно, то это дорого в Петербурге. Есть вероятность выселения, какая у нас уже случилась, будучи резидентами пространства ДК «Розы». Мы уже потеряли то первое помещение, в котором мы работали, но сейчас переехали в другое помещение, ну, вслед за ДК «Розы». Вот. Это история, потому что связана как бы с другой позицией, что в силу того, что проект левый, художественно-анархистский, возникают политические разногласия с арендодателями, с властями, с кем-либо, кто еще считает, что в России все должны думать в одном направлении. Также у нас есть внутренние трудности, возможные, то, что мы можем устать. Но этого пока не случилось. Слава Богу. То, что могут возникнуть конфликты с участниц коллектива, и если появляется иерархия, значит мы проиграли. Ну, не знаю, насколько проиграли, но то есть это перестает быть тем проектом, который изначально мы хотели сделать. Ну, поэтому мы называем наш проект экспериментальный, социально-экономический и художественно-активистский. Мы действительно не знаем, во что это выльется в дальнейшем, но вот мы пробуем работать по тем условиям, которые мы сами вырабатываем, договариваемся, решаем вот, внутри себя и с внешним миром. Вот, следующий слайд. Вот. И больше информации можно посмотреть о нас на Фейсбуке и ВКонтакте. Вот. И отслеживать там, как у нас идут дела. Если у кого есть вопросы. Да, спасибо за внимание. Вопросы мы можем ответить. Да. Значит, если начать с конца про иерархии, да? То есть как бы как вы отслеживаете, есть ли они или их нет? Они же, ну, как бы не всегда принимают такие знакомые нам формы, да? Угу. А с другой стороны, ну, когда идет речь о выполнении заказа, необходимо какое-то разделение труда, да, что все не могут делать какой-то одинаковый такой как бы аморфный труд, да, что кто-то должен разделить труд, как бы как вы отслеживаете, есть ли иерархии? Я начну с конца насчет выполнения заказа. Действительно, выполнение заказа мы делаем именно все вместе. То есть мы не разделяем, кто там приметывает, кто скачит. Все в той или иной месте, которые хотят в данный момент приметывают, скачат. Ну, то есть как бы все делают одинаковую работу, и все к ней способны, и все этому учатся. То есть нет понятия, что кому-то проще, кому-то сложнее, все вот вовлекаются в один и тот же процесс производства.
И, ну, и это снимает вопрос, как потом распределять прибыль, как считать, что у кого-то сложнее работать, у кого-то проще. Другой момент, что пока что мы делаем это за разную скорость во времени. Вот. Но этот момент мы решили пока что не поднимать, как момент того, что мы, ну, пока еще сами в процессе обучения. Вот. Насчет... А для чего? Для чего всем так распределяют работу? Чтобы каждый участвовал, каждый училась. Ну, просто если ты человеку даешь всегда, ну, только самую простую работу, ему некуда расти, а мы хотим все вместе расти. То есть как бы цель всех поднимать. Вот. Ну і плюс я би ще додавила, що от власне розподіл праці, він породжує ієрархію. Тобто чомусь вважається, що якась праця більш важлива, ніж інша. Тобто там посада конструктора одягу, вона важливіша, ніж посада швеї. Ну, тобто у нас такого не має бути. Тобто кожна має вміти конструювати, кроїти, шити, ну, якби, щоб не виникало цих моментів, що там без когось ми, там, наприклад, мене не буде, і вони не зможуть розкроїти, там, ну, дівчата не зможуть розкроїти щось, наприклад. Тільки через те, що в мене одної там конструкторські навики. От якось так. Ну, поэтому мы учимся всех таить, забудем, то есть да, вот это все. И это все відбувається в процессе работы. А чи не включается то, чи не впливається на эффективность и на темп? Конечно, это сказывается, но опять же, это момент того, что мы подтягиваем, ну, в этом и цель всего проекта, что мы все стали самодостаточными и вместе были самодостаточными. Иначе это будет подобие как бы обычного ателье, где у каждого четко распределены функции, и каждый в зависимости от этих функций получает. А у нас другие цели. А вот если про функции, а закупка материалов, фурнитуры, ткани, как? Это все вместе тоже, из разряда, кто хочет поехать в магазин. Вот, ну, то есть кому-то хочется, ну, иногда поучаствовать в выборе, кому-то хочется больше посидеть, поскочить. Или кому-то ближе. Там, да, или кому-то ближе, это реально, да. Это как-то, все эти вопросы у нас на самом деле очень легко решаются. Ну, может быть, в силу того, что у нас маленький коллектив. То есть, ну, не было еще того, чтобы кто-то отказывался от какой-то работы. Ну, конфликтов пока на этой почве не было. Да, и про иерархию... Да, мы закончили ранее. Вопрос. Ну, на самом деле, очень сложный вопрос. И... Я могу сказать свою точку зрения, что у нас в коллективе, как бы, поскольку мы давно друг друга знаем, и у нас уже все участницы коллектива, они уже с определенной политической позицией, то есть они тем или иным образом, ну, они там, не сказать, что прям считают себя анархистками, но у них как бы либертарные взгляды. И они сами, ну как бы, как я вот наблюдаю, каждая за собой сама следит, чтобы не проявлять вот эту, ну, излишнюю динамику, излишнее какое-то доминирование, там, не показывать, что вот я, там, вот я знаю, как лучше, там, не давить авторитетом. Но тем не менее, как бы в отсутствии инициативности я тоже не могу кого-либо обвинить. То есть оно как-то, ну, возможно, из-за того, что люди так совпали, которые уже как-то в этом вопросе немножко разбираются. Ну, есть определенная изначальная сознательность, почему ты в этом проекте участвуешь. И эта сознательность подразумевает, что ты как бы действительно не хочешь работать в системе иерархии и не хочешь быть ни подчиненным, никого-либо подчинять. Вот. Я думаю, что это тоже очень важный момент. И, конечно же, это, ну, как бы внутренняя работа человека с самим собой, если кто-то имеет. Да, а может, могли бы еще рассказать, вот, перескакивая от конца в самое начало, про идею, то есть это проект был, который был результатом вашего обучения годичного в школе актуального искусства, да? Вовлеченного искусства. То есть, и как звучала эта идея, да, то есть вот могли бы вы больше рассказать об этом пересечении анархизма, как бы искусства и практики, да? Угу.
Ну, это скорее не как результат учебы в школе, а скорее, ну, школа скорее, возможно, создала условия для реализации этого проекта. Ну, потому что, ну, вот у меня уже давным-давно было, 3 года назад была идея создать, участвовать в швейном кооперативе. Вот. И когда, ну, мы обсуждали проекты наши выставочные, я озвучила эту мечту, как бы, хотя она для меня самой звучала очень утопично. А как она звучит? Ну, то есть, может, я переформулирую вопрос, то есть, что в этом проекте от искусства, да, что в этом проекте от анархизма, и что в этом проекте, ну, как бы от практики, скорее всего, это самое, ну, более понятное, что ли? Ну, от искусства, наверное, то, что мы в основном работаем с художественным, с арт-сообществом, вот, и у нас очень такая яркая, мне кажется, художественная направленность именно вот концептуальная одежда, вот, которую мы создаем, это вполне как бы художественная часть. От анархизма это сам принцип работы, принцип принятия решений, принцип коллективного горизонтального взаимодействия. То есть и попытка создать такую анархическую экономическую систему внутри капиталистической. Вот как такой какой-то, не знаю, ну вот ответ или ответила. Я, наверное, хотела бы добавить, что это был один из проектов коллектива. То есть на самой выставке было несколько коллективов. Вам 6, да? Да, да. Но они там разные. То есть там были разные проекты, разные направленности, и вот это был один из. Вот, поэтому как бы это не результат, ну как бы один из результатов обучения в школе ученого искусства. Да, то есть, ну, мне как бы было интересно, или досматриваете ли вы вот эти социальные структуры, которые складываются в середине вашей организации, как тоже частично какой-то арт-проект? Ну, это, наверное, больше не арт-проект, а социальный проект, но я скажу, что современное искусство, ну, как бы, уходя, пытаясь раздвигать границы своей вотчины, оно, как бы, сейчас очень интересуется теми процессами, которые происходят в обществе, социальными процессами. И вот эти социальные процессы, культурные процессы тоже становятся, как бы, объектом их внимания. Современного искусства. Да. Поэтому как бы тут есть такие, ну, как бы непрямые взаимосвязи. Вот. Да, поэтому вот это. Закончи. Поэтому вот это пространство ДК Розы, которое как бы существует как культурный центр, оно приглашает своему функционированию не только художников, но там и активистов, и людей, которых просто интересует низовая кооперация, там есть профсоюз, кооператив, ну, то есть вот любые социальные процессы, которые, например, нестандартны для современного политического общества, их интересуют. Ну, вообще, как бы, для современного общества российского. Да. Вот. И вот я пример хотела привести того, как современное искусство берет фокус своего внимания разные социальные процессы. Вот даже сейчас в Киеве происходит Киевская биеннале, которая, ну, собственно, называется, ну, школа School of Kyiv. То есть фокус берется именно школа, какой-то образовательный момент. И вот это биеннале, оно включает в себя не только выставки, какие-то кинопоказы, а еще ряд таких полуобразовательных проектов, семинаров, занятий. То есть, которые там очень интерактивные, которые включают в себя там сообщество художественное и вообще сообщество Киева. Ну, то есть, как бы, ну да, вот, собственно, современное искусство выходит за рамки просто галереи. Ну, потому что иначе оно теряет вообще цель своей деятельности. Существование. Да, существование. Если мы не работаем для обычных людей, зачем мы вообще работаем? Мы такие питания посреди организации часу. Скільки дней на тиждень ви працюєте? Яка мінімальна кількість годин впродовж цих 3 місяців? І як ви розподіляєте відпочинок, обід? Чи ви тут як запланована? Яку систему ви використовуєте? Працюємо. Ну, в принципі, працюємо, як самі собі організуємо, як зручно. Які досвід
Але ну, в процесі от, виконання самого великого замовлення от, цих банерів для Венеціанського бієнале, в нас вийшло так, що ми приблизно всі в один час приходили, це було близько 11-12 години дня, ну ранку чи дня, і працювали до, ну, там, до 8, до 9, до 10, іноді до 11. Ну, наскільки от сили нас навіть хватає, настільки ти і працюєш. Ну, якщо там хтось одна, там, наприклад, пораніше піде, то на наступний день вона або прийде раніше, або затримається надовше. Ну, тобто, не було такого, що там двоє вони там цілодобово, а двоє вони там, ну, прийшла, потусила 4 години і пішла. От, потім обіди, ну, ми спочатку ходили в столовки, а потім зрозуміло, що це і дорого, і, ну, наприклад, я не їм м'ясо, а в столових там то тобі бульйон, ну, в смислі суп налить на бульйоні, то, я не знаю, картопля там на салі смажена. Ну і для мене дуже травматично ходити в столовки, і я, ну, запропонувала, давайте готувати, типу. Ну, якось всі підтримали, ну, типу, готовку. У нас була там в цьому ДК розділі там плиточка, і ми готували обіди, і якось теж ніколи особливих питань не виникало. Там у нас як мінімум три вегетаріанки, а Маша майже вегетаріанка. Уже її, да, теж завернувало. От, ну, тобто, якщо, ну, теж якби питань тут ніяких не виникає, і чергування теж якби в плані готування їжі дуже по бажанню. От, якщо там, ну, я не хочу, то я кажу, ну, я точно сьогодні обід не готую. Тоді, ну, хтось інший або захоче, інша захоче приготувати. Або якщо ніхто не хоче, то ми вже тоді просто йдемо і купляємо фалафель. І вже все. Ну, ніхто не, ну, давайте вже підемо і купимо фалафель. Ну, або щось таке, що не треба готувати. Те, ще питання в списку ваших загроз, там, як ви говорили, внутрішні, загроза ієрархії, внутрішні конфлікти і третє виконання. Чи ви з цим зіштовхнулися, чи це потенційні загрози, які ви бачите? Ну, я зіштовхувалася з подібними речима, будучи активісткою в Незалежній студентській профспілці і кураторкою освітнього проєкту «Вільна школа». Тобто, ну, якби переживала вигорання дуже сильне і конфлікти всередині колективу. Тобто, це все є у всіх горизонтальних колективах. Неформальна ієрархія процвітає, тобто це все дуже присутнє і це потрібно постійно відслідковувати. Ну, якщо люди якби там прагнуть до якихось реально там і таких супер ідей, от, там створити горизонтальну спільноту, то це, ну, якби це треба відслідковувати просто. Ну, і Маша вже казала, що цим треба просто якби і за собою слідкувати, і за іншими людьми. Да, сколько? 4, трошки більше, 4 місяці. Там якісь часові рамки, що ви існуєте там, як півроку, рік, чи ви про це, ну, ймовірно, що ви про це думаєте, але скільки ви це проговорюєте в межах колективу? Насколько мы проговариваем часовые эти рамки своего существования? Вообще проекта? Да. Ну, ну как долго? То есть вы видите, у меня пока есть интерес. Да. У меня дуже оптимистичный настрой. Ну, я збираюсь, ну, я збираюсь, чуєш, так кажу, ну, я би дуже хотіла, щоб це тільки старт. От. Тобто далі працювати, що б там не було. Ну, ми вже зіткнулися з тим, що нас і на гроші кинули, і, ну, тобто, із таким, з тим, що немає там замовлень, наприклад, і треба якось їх десь шукати. Тобто, ну, і це такі проблеми, з якими просто треба, ну, працювати. І в ідеалі, ну, я би, це моя просто мрія, щоб кооперативи просто там швейні, харчові чи будь-які інші, щоб вони просто створювалися в різних містах, в різних місцевостях, там різні люди
це не обов'язково мають бути люди там політично ангажовані, а просто люди, яким цікава така форма взагалі економічної діяльності, щоб вони по-другому її повторили. Чи є якісь зразки кооперативи, на які ти орієнтуєшся? Може, хочеш розказати образці кооперативу? Образці кооперативу? Да, на які ви... Просто є ті, які визначаються законодавством, там буде бізнес, кооперативи, там просто особливі форми взаємоотношень. Наш кооператив не особо похож. Может быть, он чем-то похож на кооператив, который представляет из себя момент, когда люди складывают капитал и на него покупают там средства производства, снимают, арендуют. То есть такие тоже, и, кстати, вот швейные кооперативы есть. Но чаще всего это только именно кооперативная кооперативная база. Вот. А в дальнейшем обычно эти коллективы называются как обычные коллективы с иерархией. То есть я просто знаю именно такие моменты, что кооперативный только капитал. Вот. Именно кооперативы как горизонтальные у нас в Петербурге существуют пищевые кооперативы. Два, да? Да, горизонталь и... Горизонталь и не помню как. Верда, по-моему. Ну, это анархические, да. Анархические коллективы. Горизонталь, они уже очень давно существуют. Они там арендуют какое-то помещение, ну, какое-то, не какое-то, а очень хорошее помещение в арт-кластере в центре города. И они там делают фалафель, всякие бургеры вегетарианские, продают это все. И существует уже 2 года, и за это время они, ну, за время существования они тоже пережили очень много всего. И мы недавно брали у них интервью, как бы обмен опытом такой своеобразный. И они рассказывали, что у них там они как-то в долги влезли на 1 000 000 рублей. Ну, то есть там как бы у них все было очень печально в одно время. Но за счет именно кооперации и вот такой вот горизонтальной организации они смогли это все преодолеть. Ну, они так утверждают. Ну, я как бы им верю. Ну, и приверженность идеи. Ну, да, собственно, да, что как бы взаимопомощь. Но, по-моему, они все-таки уходили, приходили люди. Ну, то есть, как бы было... Но есть постоянно, там как минимум два участника. Есть два постоянных участника. Они вот от начала до конца прожили этот опыт. Вот, они, значит, уже в правовом поле. Нет, они не в правовом поле. Они дальше остаются. И им, ну, власти никак не препятствуют. А я вот не знаю, что они, да, в правовом, не в правовом. А вы... Нет, не уверена. На самом деле мы не уверены, потому что как бы с пищей немножко сложнее, потому что есть еще санстанция, которая обязательно где-то найдет. Вот. Я не уверена, как бы, насчет их платить. Ну, я на самом деле не знаю, есть ли у них бухгалтер и кадровик. По-моему, нет. По-моему, они все как-то тоже между собой договариваются. Ну, да, но, да. Скорее всего, они зарегистрированы, потому что им нужно как-то оформлять документы аренды помещений, проходить действительно там проверку с санинстанции. А как вы думаете, если вы выйдете в правовое поле, это вам помешает реализовываться дальше на той концепции, которая есть? Я не знаю, если сказать, что вы будете делать там чистые кооперативы. Это усложнит, во-первых, потому что ты сразу попадаешь под момент того, что ты должен платить налоги и обеспечивать работников трудовыми правами, вести трудовые книжки, платить отпуск. Ну, то есть, как бы, весь этот процесс начинает подниматься, и его не избежать. И как бы, либо это самим надо все узнавать и делать, опять же, самому, но получается, кому-то, на кого-то должна ложиться вот эта часть работы, которая достаточно много отнимает времени. Обычно это отдельный человек в организации, который занимается бухгалтерией и кадровой работой. Вот. То есть, есть, конечно, вариант привлечения кого-то извне, но это тоже, ну, это определенные сложности, потому что это... Ну, а если вот найдется человек, который разделяет ваши взгляды, но он будет готов заниматься этой бумажной бухгалтерией? Возможно, возможно, но мы должны выйти на определенный,
постоянный уровень дохода, чтобы обеспечить этому человеку, опять же, и всем нам постоянный заработок, гарантию того, что все это не закроется там, через месяц. То есть выходить с такой неопределенностью, которая существует именно сейчас, в этом нет смысла. Я пока что не вижу этого смысла. Вот. То есть это вызывает больше проблем, чем выгод. Хотя, возможно, в законодательстве есть некоторые выгоды, ну, там, для молодых, для того, что организованных частных предприятий там есть. Но опять же скажу, что в нашем законодательстве год от года все меньше и меньше этих выгод, и все сложнее частному предпринимательству в нашей стране. Поэтому очень много сейчас действительно уходит в теневую экономику, работает на себя. Но это политика наша сейчас. Які саме щодо оплатної праці, які ви вибирали і на які зупинилися? Це погодинна, це проект, чи як мова йшла про це? Да, можна конкретніше сказати. Ну, напевне, це і треба почати з того, що от є замовлення. І на це замовлення може підписатись там у нас, наприклад, четверо, всі четверо підписуються на це замовлення. І ми в чотирьох його робимо. Тобто ми вже плануємо, що ми гроші за це замовлення поділимо на п'ять частин. Ну, як би вже було сказано, там кожна отримає рівну частину, а п'ята частина – це оцей общак. От. П'ять частин в тому випадку рівних, якщо всі будуть рівноправно, якби працювати, тобто це умовно так ділиться, якщо всі дійсно рівноправно будуть працювати там, але і є, ну тобто є моменти, коли, наприклад, комусь треба там поїхати на тиждень, замовлення там на півтора місяці, а треба поїхати на тиждень, на два кудись. Тобто людина випадає з процесу, а якби на неї доля в принципі розрахована. В такому випадку ми враховуємо це, і якби ці два тижні, вони просто якби віднімаються від цієї четвертої долі, чи п'ятої долі, ну, долі цієї учасниці, і діляться порівну між тими учасницями, які залишаються працювати ці два тижні. От. Тобто, в принципі, по годинах ми не рахували, ми в основному. Тобто, якщо, наприклад, береться там вихідний, день вихідного дня, тоді якби оцей день, він теж якби враховується, тобто учасниця не отримує гроші за цей день, яка зробила свій вихідний цей день, а всі інші працювали. А всі інші учасниці за цей день між собою ділять, якби, от так. Тобто, ну це досить просто на практиці, може на словах важко, а коли вже там в процесі, то ми просто сіли зараз і це все порахували. Ну, чому так? Тому що там, попри там хороші стосунки, довіру один до одного, все одно, ну, якби, там, ну, один день вона зробила собі вихідний, ну, два дні зробила, ну, давайте, пробачимо, знаєте, оце, і воно потім накопичується, і можуть там, наприклад, виникати якісь внутрішні там незадоволення, наприклад, от одна учасниця там думає, ага, вона там пропустила два дня там, і все одно отримує за це гроші. І важливо, щоб просто такого не виникало. Ця учасниця може нічого просто не сказати, типу замовчати, типу ми ж всі любимо один одного, ми там горизонтальна спільнота. Ну, тобто такого не має бути, тобто таких питань не має виникати, щоб ніхто там не шифрував, ніхто не шифрувала собі нічого. Якби. Тому краще ну, такі речі одразу вирішувати. Але все ж таки важливий то час, а не об'єм. Так, важливий час, тому що ну, там, я як там досвідчена швея і закрійниця, я встигаю більше зробити, ніж там Надя, яка тільки недавно почала шити. От. Але це, ну, це якби, тобто немає більш важливих ролей, немає у нас в колективі. А ці люди. Учасниця, скажімо, яка раніше додому не шила, вона мала взагалі навики роботи з шальною машинкою? Чи наскільки люди, наскільки ви виправляли людину, яка
яка має бажання, а не яка не має. Наскільки колектив, ну, кооператив дозволяє, не те, що має бажання, наскільки дозволяє. Ну, вже було сказано, що учасниця, яка прес-конференція крутить. Я сижу тут по цьому столу, що я там сяду. Сюда. Так, так. Так незручно. Люди за мене. Так, значно краще. Я просто не можу ззаду, люди сидять і кажуть, як у нас просто. Ну, взагалі, Маша вже сказала, що всі учасниці кооперативу, у них були швейні навики. Всі там вчилися шити в школі, у когось там ще мама швея, ну, тобто, там, якось мінус, якісь швейні навики були. І, ну, я вважаю, що, наскільки я зрозуміла, що ми готові прийняти любу учасницю чи учасника, хто розділяє просто принципи і ідеї горизонтальної економічної спільноти. Тобто неважливо, якщо ти навіть не вмієш шити, нічого страшного там. Походиш там день-два, на третій день прострочити строчку можна вже змогти. У нас практика показала, що мальчик, який ніколи не видів швейну машинку, через полчаса садяться і скачати. І плюс ми проводимо ці майстер-класи, на яких якщо ми, наприклад, порадимося в колективі і вирішимо, поки там людина, яка взагалі не має ні змін, ні досвіду, не брати, то ми всіх завжди запрошуємо на майстер-класи. Тобто на майстер-класі можна отримати хоча б якусь базу, мінімальну базу, там, хоча б попробувати сісти за машинку, заправити нитку і попробувати, як воно строчить. Ну, і майстер-класи, в принципі, ми проводимо з потенційною можливістю там заманювати людей швейний кооператив, зацікавлених. А відносно дизайну, як виглядає групове вирішення? Ну, тобто є замовник, наприклад, у вас є якийсь свій конкретний напрямок чи смак, чи якесь таке розуміння, як має виглядати дизайн? І тобто, як колективно можна вирішити? Хтось пропонує якісь форми вигляд, і потім інші погоджуються, чи всі докупи, як це зробити. Складно уявити. По поводу дизайну. Як приймається колективне рішення по поводу дизайну? Дизайну чого? Чого-либо. Ну, от, наприклад, можна йти в шторм. Да, мы просто делали разные дизайны. Как окончательное решение принимается? Да, как это должно выглядеть? Ну, пусть я хочу. Ну, вот видите, что это тоже. Вот у нас были эти шторы для декорозы. Типу, дружня ініціатива замовила, і нам, ну, і біля початку ми, типу, вирішили, що треба ж, ну, такі великі полотна, треба хоча б якісь ескіз намалювати і щось. Ну і вирішили, що просто кожна намалює, там, в кого буде бажання, там, в кого є навики, намалює по ескізу, там, наприклад, а ми потім вирішимо, що більш-менш підходить. Ну, намалювали, ти що-то рисувала тепер? Я і Аня намалювали, там Аня щось, по-моєму, один чи два ескізи, я два ескізи намалювала. І ми просто подивилися і вирішили, що візьмемо Аніні, тому що вони, як мінімум, ну, швидше їх буде зробити. Що вони не займуть так багато часу для роботи. Ну, і вибрали їх. Тобто, якось, ну, теж не виникає ніяких питань, якось. Кінцеве рішення, теж як ми банери ці робимо, зазвичай дуже мало часу і приходиться робити все дуже швидко, там за один день, і за один день розробляється ідея, концепція цього банеру, і цей лозунг. Ну от Надя, наприклад, вона постійно там сипла якимись лозунгами, фразами, такими,
є концептуальними, просто не, ну, якби кладість. От, ну і якби в кого на що більше хисту, там в кого. Ну, є якби момент того, що кожен там просить совєти, от посмотри, що ти думаєш там, керівність, ну там, де делать, і ми якби колективно смотримо, хто там советує так, а давайте попробуємо так. Ну, тобто, якби є цей процес участия остального советчика. Обычно ну, человек не обижается, не было того, что кто-то обижался. Ну, питание, напевно, ну, просто в том, что ну, такі нюанси, вони просто не потрібно для кожного нюансу збирати колективні, ну, робити колективні збори, якщо це можна просто вирішити, ну, просто на довірі. Ну, я тобі довіряю, та зроби вже як-небудь, там, як тобі більше подобається. Ну, тобто це такі, це ж не, ну, те, що більш глобальні речі, там, про те, який текст там відправити там чи дати інтерв'ю в журнал там от, це краще робити колективно все-таки. А якщо якісь такі моменти, то просто не треба тратити на це особливо часу там. Ну, якщо, наприклад, нам нужен текст колективний, то на своєму документ з общим доступом. І кожен може поправляти текст, і так він совершенствується. І в кінці концов, как бы, когда уже у каждой нет вопросов и каждая согласна, мы его и принимаем как окончательный текст. Ну, відносно ще дизайну, тобто у вас буде якась візуальна дотягність між там, ну, тобто є там замовлені різні тренди, так? Інші буде впізнаваним ваша робота, тобто те, як ваші роботи виглядають Я думаю, що будуть впізнавані, бо ми все-таки ну, в особистих художніх проєктах ми тримаємо якусь лінію концептуальну саме і пов'язану з темами фемінізму, з темами захисту прав жінок, з темами боротьби проти пригноблення там будь-якого. Ну, тобто, і це тим чи іншим чином ми намагаємося якось втілити в одязі, там, чи в наших особистих художніх проєктах. Там, наприклад, для нас там феміністична юбка і спідниця, це там зручна спідниця з карманами, там, я не знаю, з якимись приколюшечками, там, з якимось надписом ідейним, там, мастурбація перших шахт революції. Ну, тобто якісь отакі от речі. Ну, мені здається, що це в цілому, хоча над подібними речами працює декілька чоловік, все одно воно якось ну, такі, оця ідейна направленість, вона об'єднує, вона виражається, да, виражається в тканині, в одязі. Шукаєте про себе замовників, то чи як, тобто, який спосіб ви обираєте для їх пошуку? Чи це серед знайомих, чи ви якимось чином поширюєте інформацію про себе, крім соціальних мереж? Ну, поки ніяк ми не поширюємо, тільки соціальні мережі. Ну, але насправді, ну, оскільки ми тусуємося в такій арт-спільноті Петербурга, то там, якщо ми це зробимо для когось, з цієї арт-спільноти, то всі інші будуть знати. Ну, таке сарафанне радіо, що називається. Ну, я в свій час так починала працювати, що я її в Києві. Там шила просто для своїх друзів, знайомих. І вони там передавали. Ну, воно з часом це дає результат. А давати якусь таку серйозну рекламу, ну, це, знову ж таки, стрьомно, так. Да. Стрьомно не стрьомно, але якби ми не можемо це робити, бо ми не являємося там юридичним зв'язком підприємством. То наразі у вас якби темп роботи і поступлення замовлень вас задовольняє?
час. Ну, не завалені, скажімо так. Ну, іноді. Ні, я б сказала, що сентябрь був дуже плотний. Ну, так, по-різному, по-різному. Ну, от нема замовлень. Поїхали в Київ, на бієнали, приїхали в Львів. А які є табу? Там, ми ніколи не будемо робити таке замовлення, ніколи не будемо співпрацювати з такими замовниками, там, висвітлювати такі теми. Є щось таке? Чи ну, ми виступаємо на позиціях боротьби проти дискримінації, там, по будь-яких ознаках, там, статі, кольору шкіри, сексуальної орієнтації. От, і всі теми, які пов'язані там, з гомофобією, фашизмом, там, дискримінацією, ми не будемо це підтримувати ніколи. Ну, чому навряд чи будемо робили плакати, там, банери. В смислі? Ну, ми підтримували ті політичні акції, ідеї, які нам були близькі. Ну, ми не будемо зовсім політичною, да? Ні. У нас є своя політична позиція, і з ній ми виходимо, але ми не будемо робити на заказ за гроші. Банери для той політичної позиції, яку ми не розділяємо. Ну, наприклад, ми не будемо шити там банери на замовлення навіть за великі гроші для там якогось нацифорума в Росії. Ну, таке ми не будемо робити. Якщо нам там замовить якась державна організація пошити портрет Путіна, то ми теж таке не будемо робити. Навіть за дуже великі гроші. Ні, пошити можна, але таке, що ми не віде. Ну так, хіба що. До цього можна зробити просто акцію художню. Ну, в цілому, так, якщо нам не подобається заказчик, в цілому це може бути перевищено в акції. До вас ще не зверталися такі, які ви б не пошили? Чи б таких не було? Чи вже були там? У нас була дуже цікава і складна замовниця, яка взагалі ну, позиціонує себе художницею феміністкою, і вона теж якби тусується в цьому лівому художньому ангажованому колі, ну, власне, в Люкрі. От я просто не дуже хочу, якби. Ну, ця історія просто є в Фейсбуці, в мене на сторінці, і це дуже довга історія про те, як ми з нею працювали і яким чином вона просто, ну, якби, перевернула враження про неї, яке було в нас до цього, зовсім на протилежне. Тобто, після того, як ми з нею працювали, ми більше ніколи не будемо з нею працювати, тому що, насправді, це не феміністка, це людина, ну, якби, абсолютно не тих ідейних поглядів, яких вона типу, ну, вона наче там намагається, щоб про неї так думали, але насправді вона такою не є. Це дуже лицемірна і кому цікаво, можете зайти на мою сторінку, то почитати там, і там просто 6 сторінок, а чому вони працювали. Хоча ви так радки моє сказ. Ну так. Просто так. Там морочити голову, потім ще й гроші не заплатити. Аргументуючи непонятно чим, це так, дуже дивно. А в мене ще таке питання про маленький колектив. От як ви думаєте, якщо, ну, ти говорила, що можна, ну, в твоїй там ідеальній перспективі, да, такі кооперативи повинні там розпространятися в різних сферах, да? Тобто, як би, є протидія цій капіталістичній системі. І, ну, как это возможно, если коллектив будет разрастаться, да, если это, например, идет речь там про 100 человек, да? Возможно ли это, или как бы надо придерживаться каких-то, ну, количества человек? То есть можно ли так, таким, как бы это правильно назвать, ну, не хаотичным способом, но таким ситуативным способом делить работу, да, когда большое количество человек? Мне кажется, это очень сложный вопрос, потому что его надо проверять на практике. То есть есть какие-то, это как
кадровом менеджменте есть там теория о том, сколько человек может управлять, потому что 7-8 это предел управления, а в сложных системах это 3-4. Но также мы не знаем, сколько человек могут все-таки консенсусом принимать решения. Вот, возможно, это 5, возможно, это 10, может быть, 15, да, может быть, 30, а может быть, и там больше. Ну, просто они будут принимать его целый день, если не больше. Ну да, то есть это, мне кажется, ну, правда, это такой вопрос в практике. И в каких сферах это возможно, там. Это все надо проверять практикой. То есть можно, ну, как бы, мечтать и конструировать, там, например, я вот думаю про кооператив для танцоров. Насколько это возможно, тоже. И опять же, творческие личности. Или, ну, это правда надо все проверять на практике. А кооператив для танцоров продукта тоже, правильно? Ну, например, кооператив танцоров — это, в принципе, танцевальная группа, но в которой, например, не было бы четкой позиции хореографа-режиссера, а каждый из них мог бы в определенный момент выставлять свои проекты, и каждый, и все могли бы в этом участвовать. И не было бы там, что на кого-то ложится вот режиссерская доля или там доля администратора, а все в равной степени, например, в этом участвуют. И опять же, вот такой коллектив, в котором по другому принципу создаются даже сами спектакли, хореографические перформансы, в котором каждый имеет право высказаться за там, складно, не складно там, движение, или что можно усовершенствовать. То есть это тоже другой принцип создания спектакля. И вот я бы, наверное, хотела добавить, что этот спектакль «Налоги Вагины» был создан по принципу горизонтального структуры вот этого коллектива, который это создавал. Но, да, у нас была режиссерка, которая нам советовала, но она очень чутко прислушивалась к каждому нашему мнению. И мы иногда мы очень долго спорили между собой, чтобы понять, что же мы хотим от этой сцены. То есть это совершенно другие процессы, которые происходят. И сколько надо иметь терпения и уважения к каждому, чтобы вообще это выдержать. Вот. Но это интересные процессы, потому что потом, когда ты видишь результат, это, ну, ты испытываешь совершенно другие чувства, чем когда ты четко выполняешь чью-то волю. Я по поводу Аниного вопроса еще хотела сказать, что мне все-таки кажется, что если там работает 100 человек, и они работают над каким-то не художественным, а скорее исполнительским заказом, то распределение труда, скорее всего, неизбежно. Ну, как бы мы его там не хотели избежать, но оно неизбежно. Только лишь с той целью, чтобы ускорить процесс. Но как бы, вот это распределение труда, это не значит, что там, если ты садишься сегодня строчить карман, то ты только этим карманом занимаешься весь месяц. То есть как бы, меняться можно всегда. То есть как бы, там, ты просто берешь эту часть работы на этот день, например. Вот, а на следующий день ты, например, краишь. Ну, то есть как бы вот так. То есть просто... Это немножко другое распределение труда, чем то, которое существует на больших фабриках и цехах, как бы, где просто швея – это там, всегда человек, швея. Всегда швея, которая делает одну операцию всю жизнь. Ну, это, мне кажется, ужаснее ничего, просто писать себе не можно. Ну, станок такой, который… Да, ну, как конвейер такой, как бы. Сидеть и как бы шить одну строчку просто. Ну, вот такого не должно быть. А по поводу наемного труда, то есть, возможно, такой вариант, у вас там заказ, вы не успеваете, и вы нанимаете кого-то, кто не есть частью коллектива? У нас есть такая возможность, но не нанимать, а это скорее пригласить как бы, к участию на проект, ну, на заказ. Ну, да, естественно, с долей. Да, с равной долей. Ну, к нам приходила одна девушка, она близка к взглядам, но она в силу там, определенных причин, она не может как бы полноценно влиться в процесс. И она сказала, что просто если у нас будут какие-то большие и срочные заказы, чтобы мы ее звали просто, и она будет приходить с нами работать. Вот.
Ну, это пока одна только такая была. А так есть просто заинтересованные, но с ними пока непонятно. Ну, летом тоже были заинтересованные, и которые даже хотели включиться в процесс, и нам тогда было время это, но там не сложилось силы других причин, там силы занятости художницы, то есть она хотела, но у нее слишком много было своих параллельных художественных проектов. А процесс, ну, так, того заказа на тот момент был тоже, чтобы она вовлекалась полноценно, даже наполовину не могла. То есть как бы был интерес, но не было возможности. Да, может, все уже устали. Да, и... может, тогда давайте, может, скажем, что будет завтра? Да. Послезавтра? Да. Может, ты скажи? Да, я скажу, но я взагалі хотіла ще про другу розказати, що я її розповідаю. Бо в мене там ще ціла презентація про неї є, але мені здається, що ще одну презентацію... Ну так, давай завтра вже, тоді. Да, можна просто завтра почати з презентації Гришвейний кооператив і в неї одразу і пограти. Да. Завтра в 12 годин тут, 12, тут буде практикуватися на практиці настільна гра Швейний кооператив. Да, я додам, може, це був Тонін теж проект мистецький, як випускниця школи медіамистецтва в Києві, яка в лютому, так, цього року? Так, ні, 2013. О Боже! Да, це було дуже веселий час там. Ти закінчуєш курси і біжиш на Майдан. Так, тобто презентувала теж на виставці в Києві в Клоузері. І це як настільна гра, яка імітує створення цього кооперативу. Ви там маєте певну роль, вам треба щось вкласти, щось взяти. І така як монополія на... Ну це альтернативний варіант монополії. Ну, тому що в монополії є там потрібно конкурувати один з одним, там є ті, хто виграють, є ті, хто програють, а в цій настільній грі немає ні вигравших, ні програвших, в неї можна грати безкінечно, ну, оскільки вона не передбачає собою виграш. Основна ціль гри, ну, якби, це добитися у цього от форми, там, кооперативної форми співпраці, якби. Це як групові підказки, там, ти там не то, не то. Ти домінуєш. Додаткове коло. І потім о другій? О другій? Ні, просто о другій буде гра, о другій у нас заявлено буде гра,